Борис Годунов и Лжедмитрий в одном человеке. Никакой шизофрении, а только магия театра. В Челябинске сегодня пройдет премьера спектакля по произведению Пушкина. На сцену выходят десятки актеров, но главных героев исторической драмы Годунова и Лжедмитрия играет один артист. Это режиссерское решение, потому он нашел в них много общего. Как один пришел к власти в свое время, так и другой приходит к власти в это время. И получается, что один смещает другого. И получается, что как бы такой процесс, такой конвейер смены власти. Спектакль в Челябинском театре «Кукол» поставил режиссер из Минска Александр Янушкевич. Его называют одной из главных звезд в современном искусстве. Поэтому южноуральские актеры давно хотели с ним поработать. С режиссером несколько лет вели переговоры и долго выбирали материал для будущего спектакля. Сошлись на Годунове. А точно ли царевича губил Борис? А кто же? Я в Углич послан был исследовать на месте это дело. И возвратясь, я мог единым словом изобличить сокрытого злодея. Так зачем же? Зачем же ты его не уничтожил? Бориса Годунова хотели поставить в театре «Кукол» еще в 2020 году, но из-за пандемии все планы были отменены, а артистов отправили на удаленку. Оценить новую постановку смогут все желающие.